Уральский форум. Ну, однозначно, это великолепная погода. Во-вторых, это очень насыщенная программа. И третье, это очень интересный коллектив. Это мероприятие наша компания не пропускает никогда. Компания, которая работает на рынке информационной безопасности, она должна быть обязательно в тренде, должна быть там, где находятся регуляторы, где находятся клиенты, где находится, в общем-то, наверное, ядро всей информационной безопасности, по крайней мере, в контексте там, защиты финансовых организаций. Поэтому мне кажется, что это вопрос обязательного присутствия, если ты находишься на рынке. Это возможность понять, что происходит в отрасли, очень быстро, за там, небольшое количество дней, выслушав всех основных регуляторов. Во-вторых, пообщавшись с коллегами из таких же организаций относительно того, какие у них планы, какие у них проблемы и так далее. Ну и третье, это, конечно, другие игроки рынка, которые предлагают соответствующие услуги, продукты, то есть понимать, что вообще сейчас есть для того, чтобы закрывать свои проблемы, решать задачи, которые стоят перед безопасником, перед его организацией. Коллеги, мы обращаемся ко всей отрасли. Ждем вас на Урале. До встречи в феврале!